Да, мы здесь все посмотрели. Всем хай! С вами Юджин, и наконец-то, друзья, я вернулся из Москвы. Да, я был в Москве целый месяц, и поэтому видосы так долго не выходили, потому что мне просто не на чем было их записывать. Но сейчас я здесь, вернулся такой, ура, наконец-таки снова поиграем, поработаем, и заболел. Понимаете, заболел, у меня теперь горло хреново работает, оно звучит как будто голос бабки. Кстати, у меня он всегда так звучал, так что ничего особо не поменяется для вас. И, кстати, о бабках. Мы играем с вами в бабку ремейк. Наконец-то кто-то додумался сделать супер графонистую фотореалистичную бабку. Что было еще страшнее, посмотрите на ее лицо. Она улыбается на одну сторону теперь. Она совсем не похожа на себя. И очень стрёмно двигает головой. Сегодня мы попробуем с вами ее пройти. Не знаю, получится или нет. Давайте играть на среднем, потому что я еще не знаю, здесь физика какая. Что вообще, какие сюрпризы, как изменили карту. Она вроде бы похожа на дом из первой части. Погодите. Погодите, мы идем. Я сам иду? Так, я могу идти вправо-влево, могу идти вперед-назад, но я не могу двигать мышкой почему-то. Стоп, теперь могу. Отлично. Мы сами делаем свою собственную заставку. Раньше у нас не было выбора, но сейчас прям максимальный интерактив. Почему этот дом находится посреди леса? А! Блин, почему я испугался? Где я? Мы проснулись. Все, мы взаперти. У меня так болит голова. Собственно, вот мы и здесь. Что-то написано. Записка, которую нельзя прочитать. Ань, можно? Ты не спишь? О, какие нежные сны тебе должно быть снились в моей постели. Извини, но мне пришлось оставить тебя одного на минутку, потому что всегда так много работы по дому. Я знаю, ты здесь ничего не понимаешь, и я должен сказать, что понимаю ваше беспокойство. Это ведь бабка пишет мне? В конце концов, ничто не может сравниться с ужасом неизвестности, верно? Знаете, вот вроде бабка, это вообще такое странное создание, бабка. Потому что один шаг, и бабка из Милы превращается в очень страшную. Вот не бывает средней бабки. Есть только очень милая, либо очень страшная. В мире нет больше ни одного такого создания. Объясните мне этот феномен бабки. Как бабка Шрёдингера. Если ты будешь идти к бабке знакомиться, я не знаю, почему ты будешь идти знакомиться с бабкой, но, может быть, это твоя бабушка, которую ты никогда не видел в жизни. Только два варианта может быть. Она либо страшная, либо милая. И пока ты ее не видишь, эти два варианта одновременно существуют. Вот такая вот природа бабки. Позволь мне открыть тебе маленький секрет, мой дорогой. Я всегда мечтала о таком госте, как ты. Мой голод просыпается только на рассвете, когда свет едва начинает пробиваться сквозь оконные стекла. Какая, блин, поэтичная бабка. Это вопрос не этики или нравственности, а скорее кулинарии. Мой суп становится самым вкусным, когда... Ты ведь понимаешь, что я имею в виду, верно? Я собираюсь тебя съесть. Ну вот, я сказала это. Решила не ходить вокруг да около, а сразу сказать тебе все как есть. Теперь мне полегчало. Ты не представляешь, какой это был груз на душе. Так вот, я тебя съем. Ну вот, я заглянула в холодильник, а там нет продуктов. И более того, там нет самого холодильника. Вот именно. Вообще вся бытовая техника, электроника. Все пропало. Кто-то ограбил меня, бедную старушку. И я не смогу тебя приготовить и съесть. О, горе мне. И смартфон мой тоже пропал. Поэтому я пишу тебе письмо на бумаге, а не через мессенджер. Я, конечно, старая, но не старперка. Ты должен мне помочь. Как я и сказала, вся моя техника... Техника пропала, и мне нужна новая. Но покупать абы где я не хочу. Надо брать с выгодой. Поэтому возьми свой смартфон и зарегистрируйся на Мегамаркете. Это маркетплейс с миллионами товаров. От электронной и бытовой техники до продуктов питания, одежды и ювелирных украшений. И как раз сейчас можно совершить покупки на Мегамаркете с особой выгодой. Ведь для новых клиентов до 31 августа действует повышенный кэшбэк. До 30% на бытовую технику и электронику и до 40% на климатическую технику. Кэшбэк начисляется бонусами, которые можно потратить на следующую покупку. То есть сейчас возьмешь холодильник Индезит за 21 990 рублей кэшбэком 40%. Получаешь 8796 бонусов, спасибо. Потом тратишь полученные бонусы на обогреватель воздуха за 11590. И получаешь за него еще 6144 балла. И в плюсе будет не только твой кошелек, но и температура в твоей комнате. Я не поставил обогреватель раньше, потому что ждала этой акции. Извини за это, надеюсь, тебе не очень холодно. И преимущества Мегамаркета на этом не заканчиваются. Возможность оплаты бонусами Сбер спасибо до 99% от стоимости товара. Реальные отзывы покупателей, новые выгодные акции каждую неделю и много чего еще. Просто введи этот промокод на скидку 1000 рублей на первый заказ. Заказ от 3000 рублей, который действует одновременно с повышенным кэшбэком. Все подробности я оставила внизу в описании. Поторопись, Юджин, не дай мне умереть с голоду. Неужели ты бросишь бабушку в беде?
Я знаю, ты напуган, ты должно быть напуган. Но знай, что мое искусство — это не просто ужас, это искусство. Когда я буду резать тебя, я сделаю это с любовью. Ты все-таки милая бабка. Точно так же, как любая бабушка относится к своему внуку. Поэтому, пожалуйста, прими мысль о том, что ты здесь не напрасно. Ты послужишь великому делу. Мой суп станет таким вкусным, что его сладость будет ощущаться даже сквозь горький привкус твоего страха. Да пребудет с тобой моя любовь. Мой дорогой, вот. Все, мы будем супом, если вдруг не сможем выбраться отсюда. Так, как под кровать спрятаться и... Хорошо. Выходим. Блин! Неожиданно. Как она здесь оказалась? Я даже не слышу, как она зашла. И она прям совсем не похожа на бабку, на самом деле. Это же просто монстр. Я хотел бабку. И, кстати, стрёмно сделали, что... Ой, аккуратней. Стрёмно сделали, что когда ты выползаешь из-под кровати... Погоди, только одна дверца шкафа открывается. Когда ты выползаешь из-под кровати, ничего не видно. Меня забетонировали? Что? А как же она прошла сюда? Мы спрятались. Я не слышу шагов. Я слышу тиканье часов. А, давайте выходим отсюда. Шаги! Я могу спрятаться в шкафу. Смотрите, а что это за узоры такие по краям экрана? Очень странные. Это значит, что она близко, наверное, да? Эти узоры становятся краснее. Я думаю, надо приманить ее каким-то образом. Вот так. Как кинуть? G. Во. Прячемся. Как она сможет пройти сюда, если она забетонировала нашу дверь? Я слышу, она ходит, но ничего не происходит. Во. Что это было? Что-то промелькнуло. Что это промелькнуло? Картина обратно поставилась сама? Мне не нравится эта фигня. Как мне отсюда выйти? Просто меня забетонировали, все. Что ты теперь хочешь? Камень? Погодите. Может быть, надо кинуть... Оп! Оп! Нет. Может быть, что-то разбить этим камнем? Лампочку? Блин. А я могу кинуть камень бабке в голову? Такое ощущение, как будто я выбил одну из рандомных концовок. Тебя забетонировали. Все, ты теперь будешь тут находиться всю жизнь. Бабка, открой дверь, пожалуйста, разбетонируй. Стоп, доска. А-а-а. Мне нужен хотя бы камень, чтобы сломать это. Хотя бы камень. Отлично. Мы разобрались. Ура, прогресс. Она сможет туда забраться? Так, здесь ничего нету. В шкафу. Что это? Лоток. Блин. Так, что у нас здесь? Ага, нужна отвертка. Что упало? Что-то упало. Под кровать. Она должна зайти сейчас в комнату. Блин, она не приходит. Она что, не слышит звуки? Вот сейчас она ускорилась. Вау! Ё-моё! Скорей! Скорей! Садись! Прячься! Я не знаю, проползает ли она вот под через эти дырки шахты. Кажется, нет. Черт, как же темно, ничего не видно. Бабка, вы где? Откроем. О, капкан положила, ну тварь. Что это? Просто банка. Так, мы можем пойти. Мы здесь все посмотрели? Надо закрыть дверь. Да, мы здесь все посмотрели. Как страшно, как неожиданно. Нет! Нет! Дендрити, где мы? Что за... Все поменялось? Так, мне нравится эта штука, что внезапно ты в других местах оказываешься. Каждый новый день — это новый стиль прохождения. Нужно подбирать тактику. Ой, простите. Нельзя шуметь в этой игре. Я не могу дотянуться до кнопки. Возможно, я смогу дотянуться чем-нибудь другим. Есть кое-что. Ну ладно. Так. Да, вот палка. Возможно, это палка сломать. Я сломать. Черт, надо еще ломать. Возможно, можно сломать чем-нибудь другим быстрее. Есть одна штука. А, тихо. Ч-ч-ч-ч-ч. Вот. Я дотянулся. Да нет. Это не дверь. Тут-тут. Фонарь. Хорошо-то как. С фонарем-то стало сразу. Опа, здесь кто-то был до нас. Ну что, нам только в одну сторону. Если вдруг она пойдет сюда, нам не убежать. Она наверху, можно даже не прятаться здесь сейчас. Па-па-па-па-па! Какого фига? Я же даже не трогал эту банку. Надо ждать, пока она снова начнет ходить. Я не слышу ее шагов.
Аккуратно. Надо идти очень осторожно. Банки повсюду. Сюда. Здесь может быть что-нибудь полезное. Ах, черт. О, боже мой, где я? Это подвал. Это тот самый подвал? Сюда. Спрятаться! Это же тот самый подвал! Слышите? Это значит, она преследует меня. А, блин! А, как бы я обосрался сейчас, и как бы мои надежды рухнули, если бы она проползла здесь. Так, это что такое? Канистра. Ладно, канистру давайте вот сюда. Зачем я ее туда кинул? Я не знаю, зачем я туда кинул. Надо забрать. А если сюда поползти? То, судя по всему, мы выйдем в сарай. Из сарая во двор. Осторожней. Тихо. Да, мы во дворе. Я только сейчас обратил внимание, что зима. Бабка переместилась в зимний биом. Так, гильотина здесь. Это что такое? Да ёлки зеленые! Воу-воу-воу, что это, что это? Чё это ты? Чё это ты, бабушка? Перестань. Она агрится, даже если меня не видит. Потому что она не тупая. Она знает, что тут шум, значит, я там, точно. Выползать? Блин, 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 чё ты, чё ты, чё ты? Наверное, из-за того, что я скрипнул полом. А, я могу прыгать. Я могу прыгать, оказывается. Всё, давайте аккуратно. Давайте не скрипеть полом больше никогда. Кстати, очень большой двор. И колодец. Здесь можно бегать от нее спокойно. Так, гильотину пока не юзаем. Там нужно будет найти или арбуз, или дыню, или что-то такое. Колодец здесь. О, собственно, вот и дом весь. О, какой-то большой здесь. Что это? Колесо? Это для машины. Там же машина была в гараже. И, кстати, я гораздо медленнее иду с этим колесом, потому что тяжелое. А давайте в это здание зайдем, посмотрим, что здесь есть. Очень аккуратно. Видите? Арбуз. Кинем колесо пока. Бабка не идет? Бабка не идет. А значит, внучок может шкодить. Аккуратно берем арбуз. Ну что, заюзаем? Оп! Ключ! Стоп, это не туда! Это я не туда пошел! Мне сюда надо! Окей, пользуемся старой тактикой, складываем предметы в одном месте. Ключ от сейфа. Понять бы, где сейф. Что за сейф? Сейф раньше здесь стоял. Сейф! Знаете что, давайте сразу за колесом сходим. Потому что, раз уж у меня здесь канистра с бензином, то и колесо туда же положу. Давай колесо скорее берись! Что это? Ямка! Нужна будет лопата. И колесо бросать. Ключ брать. Сейф открывать. Еще один ключ. Обратно в норку, как крыса. Что за ключ? Ключ от замка. Или замка. Ладно, давайте выползаем. Надо пошариться здесь. О! Страшно. Тут страшно. Это что такое? Это старая канистра. Это... Мне нужно кусок картины найти. А это записка. Если ты соберешь все куски картины, то бабушка, возможно, даст тебе еще один день. Понял. Ладно. Ну, если найду, то соберу, конечно же. Так, в этом подвале больше ничего нету. Давайте снова вернемся в тот домик, где мы нашли арбуз. Вот здесь. Там была еще одна дверь, которую можно посмотреть. Осторожненько. Куда ведет? Подвал какой-то. Мать. Что это за место? Я понял. Как неожиданно и приятно! Закрыть дверь! Скорее куда-нибудь дальше! Оп! Позвонили в звоночек. Вот машина! Черт, куда же мне деть себя? Ай-яй-яй-яй-яй, мы в доме! Блин! Вниз! Подвал! Окей, получается, машина на первом этаже дома находится. Итак, давайте использовать эту дырку, в которой мы тусим постоянно. С умом, как в прошлый раз. Нам нужно приманить бабку сюда. А значит, нужно скрипеть полом. Вот. Вообще, как будто больше трусы на мне провалились. Теперь бабка пойдет в ту сторону, а значит, мы можем пошариться по дому. Тихо. Тихо. Не шуметь. Что это? Книга. Книга заклинаний. Попробуем убежать любым доступным способом, я так считаю. Тихо. Тихо. Нет, ни хрена. Ой-ой-ой-ой-ой!
О, нет! Нет! О, день четвертый! Жесть. Так, погодите, мы в новом месте проснулись. А чё ты, бабка такая беспечная, просто оставила открытые двери. И все, я просто вышел. И чё ты, на что ты рассчитывал-то вообще? Бабуль? Бабуль? Давайте приманим ее. Так, скрипеть полом. Ну скрипи. Какой нескрипучий пол! О, по-моему, было, да? На самом деле, пока еще непонятно, скрип приманивает ее или нет. О, блин. Приманивает. Окей. 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 Стоим здесь, ждем. Где она? Бабуль. Бабуль? Так, хорошо. Был скрип. Значит, теперь аккуратно идем, поднимаемся наверх, чтобы пол не скрипел у нас под нашими ножками. Здесь есть чё? Ни хрена. Можно не париться, на самом деле. Мы убежим, если что. Главное просто смотреть под ноги, и чтобы не было капкана. Ну что это так? О, боже мой. О, боже мой. Она испробовала все инструменты, чтобы разрезать свинью, но у нее так и не получилось, походу. Дед, почини машину. Дед? Он где-то здесь? Там не хватает некоторых деталей, и она не заводится, и я потеряла все колеса. Также, может быть, машина не заправлена. Спасибо за подсказочку. Дверь открывается. А бардачок есть? Бардачка нету. Тут так трудно понять, какой предмет можно юзать, какой нельзя, потому что они даже не подсвечены. Смотрите. Лопата. Идем к той ямке. Значит, здесь аккуратно перепрыгиваем так. Оп! Грамотно. Где у нас ямка-то была? Вот сарай. Значит, от сарая идем 3 шага, и вот она здесь. И чё? В этой ямке ничего нету. Нахрена я ее копал? Может быть, это не единственная ямка? Да нету ни хрена в этой ямке. Блин, скорей! Бросай лопат! В дом! Окей, сюда. Потом... Аккуратней, капкан. Под кровать! Ладно. Здесь надо еще посмотреть. Там был проход на 3-й этаж. Что, выходим? И более того, вот здесь есть дверь. А, это ванная. Ванной. Что это? Что это такое? Говно бабкино. И здесь дерьмо. Кто же срет в ванную? Кто же идет заходит в ванну, когда я здесь без штанишек? А-а-а! А что какая-то глючная? О, мы снова здесь. Последний день. Последний шанс. Мы не должны его упустить. Мы должны воспользоваться им на максимум. Тихо, очень тихо. Давайте, шкафчики, пожалуйста, дайте что-нибудь. О, отвертка, наконец-то. Тихо. Ой, блин, как неприятно это. Это что, это же из Outlast'а. Банан? Для чего, я не знаю, ладно, давайте воспользуемся отверткой. Вон она. Она пошла в подвал. Аккуратненько идем туда, где нужно применить отвертку. Как ты грамотно расставляешь капканы. Есть. Мне нужно открутить все винты. О, блин, еще вот так, да? Сволочь. Я открутил! Ладно, бросай. Ключ! Ой. Ой! А чего этот ключ? Мастер-ключ. Это от двери. Она сейчас куда зайдет? Я понятия не имею, что меня ждет сейчас. Это радио напрягает. Перестань. Антенна. Короче, это антенна, это предмет. Куда-то нужно поставить, наверное, на телек. Так, давайте мастер-ключ кинем вниз. А сами пойдем наверх. Опа, осторожненько здесь надо быть. Тут подстава повсюду. Опа, шахта. Это мы сразу в ванную пойдем. А это... Сволочь, перекрыла мне. Шкаф с предметами, возможно? Твою мать.
Как же так я задел? Я же видел эту банку. А вот эту бабку я не вижу. Она вроде как прошлась только что. Я же взял фонарик. Почему я так вижу хреново? Все, она ушла? Ладно. О, телек. Сюда антенна нужна. А это что такое? О-о-о. Ой, как-то... Как-то надо понять, куда это кинуть. Давайте вот туда, в шахту. Вот так. Осторожно. Значит... Оу! Что это? Что это? Использовать. Чего? Провал, провал. Какой-то провал. Блин! Еще! Черт возьми! Нет! Гильотина! Бабка! Даже не дала сказать последнее слово. Ты умер, если ты не понял. Я понял. Окей, окей, мне понравилось. Это был новый экспириенс. Та же самая бабка, те же самые эмоции, но просто другая графика, другая немного карта. И много других прикольных лулзовых и страшных моментов ждет нас в следующей серии этой игры. Я думаю, несколько видосов мы точно сделаем, понятно, потому что нам нужно еще через дверь сбежать, с машины сбежать и еще как-то там сбежать, наверное, дополнительно суперсекретной концовкой. Хрен его знает. С вами был Юджин, друзья. Спасибо всем большое, что смотрели. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на канал. Вы, короче, все знаете. Не забывайте про мой Boosty, он будет в описании. И вот здесь тоже. Или вот здесь. Вот здесь, по-моему. Сори, этот видос немножко короче, чем предыдущий, потому что горло уже не вывозит. С вами был Юджин, и всем пять!